я хорошо. Все хорошо, мне хорошо. Да, но сегодня не получится. У меня сейчас пару встреч, потом я тебе перезвоню, хорошо? Работа. Подожди, что значит работа? Ты же сказал, я все рассчитываю специально для тебя. Планы изменились. То есть как бы я свои планы могу открыть, а ты свои не можешь? Я... Да? Нет, стоп, родная, я так не говорил. Подожди, не надо стопать. Я тебе говорила за 2 дня. Я сняла все свои встречи. Таня, у меня работа. Я не могу иначе. У меня тоже работа, тем не менее я от нее отказываюсь. Прости меня. Мне кормить надо. И тебя, и себя. Да? Я могу сама себя прокормить. Замечательно. Корми. Замечательно. Ты еще поговорили, да? Ну нафига ты это начинаешь, я не понимаю. Что я начинаю? Мы с тобой договорились за 2 дня. Мы можем спокойно с тобой поговорить? Нет, не можем. А почему? Ответь мне, пожалуйста. А почему? Андрей. Слушай. Я тебя просила один единственный день уделить мне. У меня работа. У меня тоже работа. Я от нее отказываюсь. Я переношу это на другие дни, потому что мы с тобой выиграли именно этот день. Не ори, пожалуйста. Я не ору. Танечка, хорошая моя. Мне сегодня необходимо встретиться с этими людьми. С какими людьми? С партнерами. С какими? С такими. С какими такими? Это очень важно. Что такое странное вообще? Я странная? Ты даже не можешь мне сказать, с какими партнерами тебе нужно встретиться. Это очень важно. Да, это очень важно. Это жизненно необходимо. Это жизненно необходимо. Ты не можешь перевести это на другой день. Нет, я не могу это перевести на другой день. Нет, день. Я тебе сказал, я не могу перенести на другой день. Меня. Таня. Что? Ты меня не слышишь или что? Я тебя слышу. Ты меня не слышишь. Все, давай мы это сейчас прекратим. Все. Здравствуйте, Андрей. Ты что? Привет. Как ты, вещи? С кем ты там, а? Все отлично. Ты опять отвлекаешься? Я тебе, Танюша, потом перезвоню. Лучше я с тобой договариваю, лучше до конца прежде. Чего? Ну я хочу наладить с тобой контакт, понимаешь, ты все в шутке. Я тебя знаю. Да откуда я знаю, знаешь ты или нет? Вот я тебя знаю, и очень хорошо. Ничего. Ну вот. Да нет, знаешь, просто хотел напустить такую мистику, но понял, что это просто бред. Да я просто знаю о тебе абсолютно все. Молодец, красавчик. Я знаю. Спасибо. Ну хочешь, докажи. Родился ты в городе Березники. Знаешь, сухие дамы из Инета я тебе могу достать. А что, прикол, да? Прикол? Розыгрыш какой-то, да? А где скрытая камера? Где? Где? Нету. А знаешь, ну о том, что у тебя была маленькая собачка, я помню, такая, о, вот такая. Чесик звали, Чесик. И ты с ней гулял. Она побежала по речке. Плыла, потом раз так, оп, и исчезла. И ты до самого вечера ее ждала. Потом пришел домой, помнишь, пришел? И своей маленькой сестренке сказал, она куда-то убежала, чтобы ее не расстраивать, ну. Слышь ты. Да подожди ты. Ну а родинки тебе на теле? Я ведь знаю точное количество. Отлично, да, я понял. Все, понятно. Убедил? Угу. Супер. Переходим ко второму нашему этапу. Официант, счет, пожалуйста. Да подожди ты. Ну послушай меня, секундочку. Ведь я задам тебе один вопрос. Ты на него ответишь, да или нет? Я сразу же исчезну. Сразу же. Хорошо. Да. Да. Я хочу купить тебе Танюшу. Не за деньги. Не за деньги, а, скажем, положение в обществе. Даю тебе замдиректора. Только скажи, да или нет? Я сейчас не понял. А чё ты не понял? Ну неужели она так тебе дорогая? Чё за бред? Но чем быстрее ты включишься, чем быстрее ты врубишься вообще в это дело, тем быстрее мы с тобой отсюда закончим и разойдемся. Вот и все. А тебе не кажется, что все это похоже на очень галимый развод, а? Чё за гон-то? Нужна, не нужна, и при чём тут вообще она? Да как же, ну ты же сам думал, что если бы не она, то всего тебе было бы хорошо, что Таня тебя тянет тебя на дно, ну не так что ли? Ну вот. Слышь ты, мутный, я не знаю, какие игры вы тут играете, кто тебя, актер-актерыч, проплатил. Может, это Танька? Кстати, она тебе все и рассказала.
Короче, заканчивай этот цирк и вали домой. Все, все время удалось. А я теперь отсюда уже уйти не могу. Нет. Либо да или нет. Либо карьерный рост, то да. А если нет, то все останется в своих местах. Тогда или нет. Все, да, 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 да. Да? Да, да, да. Ну и молодец. Угу. Ну и супер. Ну вот, а я-то думал, что тебе придется уламывать неделями, годами, а тут раз, и все. Ну, ну что ты? Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Вот. Видишь? Да. Да, это Андрей Юрьевич. Честно, я как придурок с ним. Вот я его положил и сижу на него смотрю. У меня даже пушка есть. Чуешь? А ну перезванивай, чтоб все отменяли. Ну это какой-то получается абсурд. Что я его положил? Что вот это? Это что такое? Что это вообще такое? Вот я его положил. И что? А нахрена ты его положил? А нахрена я его положил? Я тебя завалю. Чечнист, блядь, это эти, помните? Вот так, Тарантино, Тарантино, да. Тарантино, блядь. Опасно, реально. Ребята, ты реально жутко, короче. Ребята, это правда, серьезно жутко. Ты че, жутко? Ёла, не заряжен. Ну понял, да. Палка, палка, не раз кто стреляет. Я слышал такую штуку. Как вообще? Я не пишу, я сам. Ну что, брат, здесь.